Инвестиционная привлекательность Ульяновской области продолжает оставаться на высоком уровне. Свидетельство тому, к примеру, успехи ветроэнергетики. В скором времени в регионе начнется обсуждение уникального для страны закона о развитии микрогенерации. Об этом заявил губернатор на специальном совещании. Однако, как поясняет Сергей Морозов, несмотря на все успехи, инвестиционная политика требует перемен. В регионе уже разработаны 10 шагов по реформированию инвестиционного климата, которые, по прогнозам специалистов, помогут увеличить валовый региональный продукт. Я прошу прощения за такую резкость, 25% там показатель, да, мы достаточно давно уже его с вами достигли. Нам важно, так сказать, чтобы мы не стояли на месте. Нам нужно там 30-35% уже повышать. Это единственное, что может позволить Ульяновской области достаточно быстро выполнить взятые на себя обязательства по наращиванию экономического, финансового могущества. Изменения грядут и в работе институтов развития, которые содействуют социально-экономическому движению. К ним, к примеру, относятся корпорации и фонды. Сегодня в регионе насчитывается порядка 18 таких институтов. Но все они не имеют единой модели взаимодействия. По поручению губернатора с 1 января следующего года координировать деятельность каждого института будет корпорация развития Ульяновской области. Контролировать, мониторить, проверять и помогать корпорация будет с помощью единого центра управления. Основная цель – повысить эффективность работы каждого отдельного института. В том числе через единую цифровую платформу, через настройку системы мотивации с целями, которые будут реализовываться институтами развития. Ну и, безусловно, участие корпорации развития Ульяновской области, ключевых должностных лиц этой корпорации, их присутствие в органах управления всех институтов развития. Утверждать и контролировать выполнение ключевых показателей эффективности будет наблюдательный совет, который закрепится за каждым институтом. Рената Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Ул. Правда ТВ.